Куда это ты собрался в таком костюмчике? У меня собеседование на работу, чтобы получать деньги, оплачивать счета, как нормальный человек. Без понятия, что ты сейчас сказал, но я собираюсь найти дракона. Мир. Что-то мне нехорошо. Что случилось? Ох, что? Мы поменялись телами. Боже ж ты мой, мои мозги в твоей голове. О, блядь. Я сделаю все, что захочу с твоим телом. Боже мой, собеседование! Я только что обосрался. Даже не смей его проебать! Не боись, я Блу, и все будет хорошо! Господи, мое тело! Я опять обосрался. Ну так, как вы думаете, какого состояния прибыли акции за предыдущий квартал? Думай, скажи что-нибудь умное. Мы недооцениваем наши финансовые запасы. Во, так и скажу, это сработает. Митасулями на колесиках! Ужас! Я пропишу нам амнезию. Кто кому даст амнезию? Интересно, интересно. Да. Вы дебил? Я не получил работу. Что? Ты мудак! Я же говорил тебе не проебать его! Да ты, чувак, все равно был козлом! Хватит! Я разрушу твою жизнь и тело! Хорошо, тогда я разрушу твою! Вы умираете. О, привет, Блу. Приветики, бу-бу. Я только что собирался лечь спать. Звучит очень комфортабельно. Знаешь, что может быть еще комфортабельнее? Что? Мы голые, рядом с огнем. Голая любовь. Блу, я никогда не видела тебя таким. Детка, я хочу видеть тебя с каждой стороны. Почему бы тебе не прийти? Уже в пути. Оставайся на месте, Сан-Диего. Что? Чья набьем тело этого мудака самой разной полезной хренью? Ой! Все болит! Что ты сделал с моим телом? Почему так много дерьма в моих штанах? Что, блядь, только что произошло? Такой пушистик! Кажись, японцев, сука, стал! Кажись, японцев, сука, стал! Я реально, сука, япон... Я твой на всю ночь, детка! Я ноктёрнал! Рррррр!